Вопросы образования и молодежной политики глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил сегодня с экспертами молодежного форума. В Молгороде в эти дни работают депутаты Государственной Думы России, известные актеры и телеведущие, общественные деятели. Молгород проходит уже 10-й год и с каждым разом набирает обороты. В этом году на форуме работают 6 образовательных площадок. На самом деле наша задача вместе с вами в нашей общей совместной деятельности – это создавать условия, среду для самореализации молодежи, чтобы они готовились. И как раз эти площадки позволяют там им кого-то послушать, кого-то услышать. Задачи форума – удовлетворить интеллектуальные запросы широких молодежных кругов, организаторы справляются, уверены эксперты. Они оценили и высокую активность самих участников форума. И прямо столкновение с людьми очень приятные, люди открытые. Это очень хорошо, это замечательно. Много нюансов, всем очень интересно было, множество вопросов, и потом даже не успели со всеми сфотографироваться, потому что желающих было очень много. Положительный эффект от подобных мероприятий ощущается не только в молодежной аудитории, но и в правительственных кабинетах. Мы же должны молодежь привлекать и в управление проектами. Вот. Мы должны ответную реакцию слушать. На самом деле, вот такие ребята, вот, очень легко нам было, мы на одном дыхании с Леонидом Ильичем 2 часа разговаривали.